самый лучший. Я слышу. Вот. Вот он упрямляется, как меня раньше учили. Я своим правым ухом должен лечь к его левой ноге к носку. Чем ближе, тем лучше. И самое интересное объяснение мне показали. Вот Майкл Джексон танцует, его фирменные движения. Вот здесь то же самое. Не знаю почему, но оно мне понравилось объяснение с тех пор. Майкл, в общем, помог. Майкл Джексон мне помог сделать с упором степа в живот. Научиться. Сгибаю, шаг обязательно делаю, чтобы поближе было лечь. Правым ухом к его левой ноге и Майкл Джексон. Раз, дальше. Согнул его и пошел. Например, я вот сюда. Вот, видите? В обраточку, да?